Генеральная прокуратура России обратилась к белорусским правоохранителям с просьбой о сотрудничестве в деле ЗАО «Белорусская калийная компания». Это сегодня сообщил нашим корреспондентам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Уже дано распоряжение подготовить все необходимые материалы для отправки в Россию. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка обратился с ходатайством о совместном расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц Белорусской калийной компании. Россия заинтересована в расследовании противоправных действий обвиняемых с учетом ущерба, причиненного Российской Федерации. Белорусская сторона не возражает против этого предложения и приняла положительное решение по обращению генерального прокурора. Мною дано указание о выделении материала в отношении российских граждан и направлении их в Генеральную прокуратуру России. Совместное расследование правоохранительными органами обеспечит наиболее объективное, полное выяснение всех обстоятельств преступной деятельности должностных лиц, и все виновные будут привлечены к ответственности. Генеральный прокурор России выразил готовность оказывать компетентным органам Республики Беларусь аналогичную или иную правовую помощь в соответствии с международными договорами. В настоящее время широкомасштабную проверку деятельности белорусской калийной компании проводит совместная комиссия Комитета госконтроля Беларуси, Минфина, Минэкономики, налоговых служб, Национального банка и концерна «Белнефтехим». Как было заявлено, найдены документальные свидетельства злоупотреблений и махинаций топ-менеджмента.